У самого быстрого бегуна Америки, Райана Холла, сегодня единственный тренер – Бог. Об этом спортсмен рассказал журналистам одной из газет. Несколько лет назад из-за проблемы с щитовидной железой и постоянной утомляемости во время тренировок, Холл был освобожден от участия в спортивных марафонах. Сегодня же он находит в Библии вдохновение, а тактику подготовки ему подсказывает Бог. В этом году на Олимпиаде в Лондоне он побежит за Америку. Трансляция мероприятия будет осуществляться на нашем сайте. Больше новостей спорта на нашем сайте www.tbndefis.ru.